Prodexpo 2021. Рядом со мной наш новый спикер. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут и какую компанию представляете? Здравствуйте, я Водоперм Сергей, представляю компанию «Вкуснолес». Мы находимся в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. У нас как бы свой семейный бизнес, занимаемся дикоросами, все, что растет в лесу, мы это все собираем и изготавливаем очень так самое, вкусный, интересный, полезный продукт, это самое, как бы, типа, грибы сушеные, соленые, маринованные, ягода, вся линейка по кедровому ореху. Стараемся все делать это самое, качественно, чтобы наши покупатели были довольны нашей продукцией. Что касаемо кедрового ореха, то все оборудование делалось вручную, это самое, как было деревянное, потом перешли на более современное. Также имеется южнокорейский пресс, для кедрового масла, пресс из нержавейки, так и всего лишь два в России. Ежегодно участвуем во всевозможных выставках и ярмарках, получали неоднократно золотые медали, мы очень довольны, что наша продукция так востребована, и нас за это хвалят, очень приятно. Отлично. Я вижу, что у вас очень широкий спектр продуктов. У вас и масло, и грибы, и ягоды. Расскажите, может быть, что-то из этого новинка прям последнего месяца, которую вы решили предоставить нам сюда, на выставку? Наш ассортимент – это около 60 позиций. Это самое, как здесь представлено, не все. Новинка этого года – это самое, как бы, вот у нас есть салатное масло из выдержки белого гриба. Стараемся делать все вкусно. В его составе выдержка белого гриба, 12 специй, подсолнечное кедровое масло. Замечательно. Вы ищете на нашей выставке, наверное, ключевых каких-то партнеров, чтобы еще более широко представиться в ритейлах. Вы где-то выставляетесь уже в московском регионе? Да, мы на одной выставке уже не в первый раз. Это самое, очень много компаний и людей подходит. Это самое, также это и сетевые компании интересуются также и те компании, кто работает за рубежом. Мы уже вышли не только на всероссийский рынок, также поставляем в Казахстан. Не так давно, в 2018 году, участвовали в выставке в Южной Корее. Там люди очень удивились нашей продукцией, много что попробовали, но на данный момент мы с ними еще не работаем. Я уверен, что все впереди. Подача очень красивая, и раз все натуральное и делается с любовью, я уверен, что конечный покупатель оценит по достоинству вашу продукцию. Вижу орехи, орех кедровый, натуральный, вижу масло кедровое. Я надеюсь, что конечный покупатель сможет в ближайшем магазине около дома скоро найти вашу продукцию и по достоинству ее оценить. Все это самое, хотел еще добавить, что у нас по кедровому ореху, изготавливаем
ядро, это там также из ядра масла и хлопьев, это самое, где муку, грубо говоря, что при его переработке отходов нет. Все идет в дело. Эко-подход. Замечательно. Да. Желаю вам удачи. Спасибо большое за общение. Спасибо вам.